Всем привет! Всем здравствуйте, девочки! Ну что, у нас сегодня незапланированный прямой эфир. Очень интересный будет прямой эфир, и наша с вами задача, вернее, моя задача, сделать максимум дизайнов с двумя шармиконами, с двумя цветами в классическом деловом стиле. Так что попробуем, будет очень интересно, и долго не буду готовиться, начинаем. Кто меня не знает, меня зовут Анастасия Челебеева. Переворачиваемся и начинаем. У нас с вами только полчаса. Так, и сразу выключаю фильтр, чтобы нам с вами хорошо все было видно. Отлично. Задача не из легких. Но мы ничего не боимся. Итак, у нас два шармикона. Это новая коллекция этого года. Номера 192 и 194, даже этого сезона. У нас два с вами оттенка, черный и белый. И творить мы будем дизайны в деловом стиле, вот в таком формате. То есть буду повторять, но в двух цветах. Поехали! Типсы заранее я приготовила. И долгое вступление мы делать не будем. Чуть-чуть приближаю, и мы с вами начинаем. Добрый вечер всем, добрый вечер. Поехали. Ну, конечно, буду использовать классические шармиконы в помощь. Это наши квадраты, линии и так далее. То, что у нас всегда есть, всегда подходит к классическому стилю. Так, беру сначала белый оттеночек и делаю под отбивку вот такой вот вариант. Я, конечно, буду делать не прям лайт вариант, нет, не сложный вариант, более лайтовый, но буду, конечно, стараться сделать что-то интересное. Практически будем повторять то, что есть. Здесь можно будет подвести кисточкой. Конечно, не совсем тяп-ляп, так неинтересно будет. Подсушиваю. Конечно, то, что будет интересно. Излишки убираем. А белый цвет, как правило, на клиента, хоть он и очень плотный, но наносим в два слоя, потому что лучше наносить все-таки белый оттенок тонкими слоями, чтобы он у вас не скукоживался, так как оттенок очень пигментированный, его все-таки лучше брать тонко. Здравствуйте, всем здравствуйте. Беру вот такой вариант. Я буду экономить сейчас, конечно, время, и перекрывать дизайны текласом я не буду. То есть обезжириваю и сразу клею декорацию. Можно сделать отбивку, можно не делать отбивку, можно взять сразу прямые линии. Если нет времени, девочки, выводить вам, как, допустим, мне сейчас, нет времени выводить прямую линию, отбивочку, можно взять шармикончики и сделать вот таким образом. Это очень облегчает жизнь. У нас задача сегодня нон-стоп. Поэтому будем максимально экономить время. Дальше. После этого беру шармиконы и начинаю творить. Шармиконы вышли у нас как классические, так, конечно, и более современные, молодежные. Но вот сегодня мы решили сделать все-таки дизайн в стиле ближе к классике, ближе к маникюру, дресс-код. Потому что все-таки очень много у нас клиентов, которые очень любят такие варианты. Также могу быстренько взять вот такой вариант, дополнить. Черно-белый — это вообще вот идеальный классический вариант. Почему
И цвета такие взяли, оттенки, видите? Потому что с этими вариантами, с этими цветами можно сделать что угодно. Ну и давайте добавим какую-нибудь вот такую вот детальку, чтобы было не совсем скучно, чтобы подчеркнуть, добавить изюминку. Все, матовый топ или глянцевый топ, здесь вы выбираете сами. Чтобы хорошо было потом видно на фото, я перекрою матовым. Ну, я матовый топ очень люблю и, в принципе, с удовольствием им работаю. Видите, у нас без таких долгих предисловий. Сегодня дизайны, можно сказать, на скорость. Дальше. Давайте поработаем с чем-нибудь еще. Давайте возьмем что-нибудь тоже из этой серии. Но сделаем, я типсы прям заготовила, сделаем дизайн с черным, в черном цвете. Черный оттенок, конечно, это 0.30, классика наша. И теперь сделаю вертикальную отбивку. На самом деле дизайны не сложные, и за 30 минут можно успеть сделать в принципе много достаточно дизайнов. Ну, штук 5-6 мы точно успеем. Я так думаю. Я надеюсь, что вы в меня тоже верите. Вот такая у нас сегодня интересная задумка. Сделать быстрые, скоростные дизайны в деловом стиле. Здравствуйте, я тоже очень люблю Эми. Тут я с вами полностью солидарна. Это, конечно, моя любовь навеки. Так, ну я немножечко вымазала перчатку. Я думаю, что вы меня простите за это. Первый вариант у нас уже подсох. Вот такой вот. Дизайн очень-очень сдержанный. При этом очень интересно смотрится, девочки. Вот кто любит классику, кто не любит лишнего, самое оно. Пока верим. Спасибо, девочки. Спасибо большое. Пока подсыхает у нас черный цвет. Снимаю дисперсию. Так же, как я уже сказала, я буду экономить время. Мне время сейчас очень дорого. Дальше. Можем сделать с вами не в золотом, допустим, а в серебряном варианте. В серебряном варианте. Так, какие-нибудь тоже треугольники можно взять. Или прямоугольники. Давайте вот. Сочетать будем приятное с полезным. Я частично, конечно, повторяю, частично что-то меняю, потому что в данный момент времени у меня все-таки цвета совершенно другие. Дальше здесь можно дополнение сделать серебряной уже тесемкой, при том за счет того, что у меня расстояние здесь небольшое, мне ее хватит и вверх, и вниз. Приклеила. Кстати, вот серебро-золото, удивительно, но оно тоже очень интересно смотрится в таком вот, в матовом варианте. Оно очень красиво подчеркивается матовым топом. И еще раз повторяю, матовым я сейчас делаю для того, чтобы потом проще было сфотографировать мне. Это все можно, то же самое все можно делать и в глянце, девочки. То есть матовый или глянцевый здесь на самом деле, вот какой образец не покажи, все будет красиво смотреться и в том формате. Давайте пока тот сушится у нас, мы делаем новый. Прям чередую черный-белый, черный-белый.
Так, давайте возьмем второй шармикон. Также и с ним будем чередовать. На самом деле, ну просто сегодня не буду рисовать френч, чтобы не тратить время. Очень красиво эти шармиконы смотрятся и как в качестве лунки. То есть очень красиво будет, если вы нарисуете, допустим, тот же френч и сделаете акцент именно как лунку. Шикарно будет смотреться в классическом стиле. Сушим белый. Белый, как я уже сказала, сушим хорошо. Просушиваем так, как у меня один слой. Я его сушу максимально прям хорошо. Можно даже на минутку ставить. Когда у вас на клиенте, вы сушите в два слоя. Смотрите, ну вот казалось бы, ну классический вариант, очень быстрый, при этом очень интересно смотрится. То есть буквально пару ноготочков таких сделать, выделить, уже будет очень круто. Так, давайте теперь сделаем вроде бы френч, но не френч, обратный френч. На клиентах такой вариант тоже интересно делать. То есть то, что я показываю вам сейчас, не значит, что я это делаю на типсах, а на клиентах не повторю. Нет, девочки, все это повторяется достаточно легко. Вы видите, даже вот этой кисточкой из флакона, при том, что это флакончики старые, кисточки старые, квадратные, даже ими можно без использования тонкой кисти, видите, прокрасить все очень ровненько. За счет чего? Мы подталкиваем с вами краску. То есть так же, как мы работаем с френчем, мы подталкиваем краску. Мы не пытаемся все это размазать, а пытаемся подтолкнуть. Жаль, что у нас в Бурятии... Девочки, вы можете заказ сделать на официальном сайте по России. Это amyshop.ru. И если у вас нет дистрибьюции, вам это все может прийти по ссылкой. Так, здесь мы подсушили. Таким же образом обезжириваем. Обезжириваем. И давайте возьмем с вами второй вариант шармикона. Тоже очень классные, достаточно такие стильные и при этом не замысловатые. Даже элементарно. Давайте вот черный-белый классика. Смотрите, беру белый, на белый вариант, на белый гель-лак. Беру черный вариант лунки. Смотрите, как круто смотрится. Так, центр. Мне просто не очень видно с этой стороны. Под камерой я попытаюсь очень максимально попасть в центр. Если что, не обессудьте. Смотрите, как красиво, как интересно получается. И внизу мы с вами можем банально добавить, смотрите, цепочку вот такую вот. Очень-очень интересные вот эти варианты цепочек. Сочетание получается и золота, и черного. Классный, классный очень вариант. Так, обратно излишки приклеиваем. Ножничками подрезаем или подпиливаем пилкой. И быстренько, что мне захотелось сделать, чтобы разбавить и саму луночку. Очень-очень быстренько. Смотрите, я могу вот таким вот образом свою лунку продолжить. Сейчас поправлю все. А и поправлять практически не надо. Смотрите, как быстренько приклеила. То есть я взяла лунку, добавила тонкую полоску и посмотрите, как круто получилось. Все на ходу при вас. Я повторяю, но в то же время все перестраиваю на формат черный-белый. Что-то прям повторяю, что-то прям вношу новое. Сушим.
Дальше. Этот у нас как раз подсох вариант. Я его также обезжириваю. Я снимаю липкий слой сейчас, дисперсию, потому что у меня очень ограничено время. На клиенте, если вы боитесь, что часть пигмента уйдет, или что-то еще, боитесь, что там плохо носиться будет и так далее, вы можете перекрыть все просто топом Теклос. Очень тонко перекрываете топом Теклос, сушите минуту-две и клеите шармикон. Шармиконы стоят намертво. А если сверху зафиксировать еще тоненько, шармикон наш, это будет вообще тем же топом Теклос, это будет вообще вот навеки вечные, можно сказать так. Так, смотрите, давайте вот этот шармикончик у нас будет плоховато видно. Так, что мы сюда прикрепим? Так, давайте поиграемся тогда вот такими детальками. Мы снизу прикрепляем а-ля лунку. У нас же френч обратный, и лунка будет обратная. Смотрите, как круто. А сверху, конечно, дополняем все это красиво, при том можем широкой полоской дополнить и можем не от начала до конца приклеить, а по серединке. Единственное, попасть нужно в центр. Так, сейчас, секунду одну. Попаду в центр и к вам вернусь. Так, приклеиваем. Тщательно прижимаем. Излишки обязательно, если они есть, пилкой или ножничками вот так убираем. Лучше даже пилочкой, потому что лучше чуть-чуть убрать больше, чтобы у нас хорошо шармикон наш зафиксирован был. И также перекрою матовым топом. Также перекрою матовым топом. Сушим. Пока он сохнет. Вот наш предыдущий вариант сейчас вам покажу. Вот он наш предыдущий вариант. Очень стильненько. У нас задача сделать деловые дизайны за 30 минут. Я засекла время. За 30 минут с двумя шармиконами и с двумя оттенками. Черный и белый. Деловой стиль. Дресс-код. Так, что мы с вами можем еще сделать? Так. Давайте вот такую вот отбивку сделаем с двух сторон. Здесь я чуть-чуть сделаю поровней, чтобы мне потом не пришлось сюда ничего приклеивать. То есть здесь сделаю такой вариант, отдельно себе капельку и тоненькой кисточкой чуть-чуть помогу. Тоненькой кисточкой чуть-чуть себе помогаю. Так. Вытерла немножечко там, где чуть-чуть залезла мимо. Видите, вот там, где нужно, тонкой кисточкой я чуть-чуть помогаю себе довести. Тогда линию можно не проходить никаким ни шармиконом, ничем. Можно, конечно, дорабатывать и паутиночкой, а можно так и оставить, если достаточно ровная линия. Тоже очень интересно будет смотреться. Проведите эфир с дизайнами в виде Gucci, Chanel, Dior. А, я поняла. Хорошо.
Почему матовый топ облазит после 5 дней носки? Девочки, матовый топ, он сам по себе очень специфический топ. Любой, какой не возьмете вы, это как замшевая обувь. Если клиент очень активный, я очень активный клиент, у меня тоже он начинает чуть-чуть стираться, но чуть-чуть не критично. Если клиент очень активный, вы знаете, что он будет плохо носить, лучше все-таки, девочки, не покрывать его матовым топом, потому что если очень активно матовый топ с торца эксплуатировать, назовем это таким образом, то, естественно, как и любая замшевая обувь, это все может подстираться. Это нормально. Это матовый топ, он пористый, он отличается от нашего обычного глянцевого топа тем, что он очень пористый. Почему и создается вот такой красивый матовый эффект. Так, пока там просушивается, давайте что-нибудь придумывать дальше. Так, давайте возьмем белый. Снова и сделаем отбивку в другую сторону. Тоже могу взять кисточку и слегка себе помочь. Буквально пару движений и уже все хорошо. Несмотря на это, кстати, вот все-таки матовый топ – это моя любовь. Я не знаю, я его очень люблю, я его постоянно себе делаю, часто делаю, конечно, клиентам его, потому что, ну, он крутой, честно, он крутой. Он не пачкается так сильно, как обычные матовые, даже на светлых цветах. Это огромный плюс, даже со светлыми цветами клиент может ходить от коррекции до коррекции. У меня были клиентки, которые приходили, и ни с торцов ничего не повредилось, ну, вообще никак, просто никак. То есть это вот все зависит от того, как ваш клиент будет это все носить. Так, ну, давайте сделаем... Вот тут, кстати, очень классные, мне нравятся в этих вариантах, в этих шармикунах, очень крутые есть варианты с розовым золотом. Очень круто смотрятся. Видите, вот есть желтое золото, есть серебро и есть розовое золото. Но они невероятно, конечно, красивущие, они невероятно стильно смотрятся. Мне они очень понравились, и у меня уже многие клиенты, конечно, их оценили. Давайте вот как раз с таким розовым, сделаем весь. И можем добавить здесь, чтобы все это объединить. Через весь ноготочек, не через весь, давайте вот так вот сделаем, не через весь. Хочется мне оставить на втором шармикончике розовую часть чуть-чуть ниже. Ну, мне сейчас, конечно, это не совсем удобно. Когда вы будете работать с клиентами, это все будет гораздо удобней. Здесь клиент сам себя не держит. Вот смотрите, ничего такого особенного, но уже смотрится очень стильно. То же самое покрываем топом. То есть такие незамысловатые, но при этом очень стильные идеи для делового маникюра. Поехали дальше. У нас еще тут можно нанести слайдер топ, чтобы у вас лучше носилось. Здесь полностью согласна. Если клиент плохо носит, но хочет носить матовый топ, можно перед покрытием матового нанести тонко-тонко слайдер топ. Но смотрите, досушивайте хорошо, потому что слайдер топ, у него жирная дисперсия.
Так, что мы здесь сделаем? Давайте сделаем вот такой вариант луночки. Тонко слайдер топ, и дальше вы делаете, уже покрываете матовым, полностью матовым топом, как обычно. Так, здесь я чуть-чуть дернула. Это все легко поправляется на самом деле, просто на то же место приклеивается. Это я чуть-чуть дернула, забыв, что шармиконы клеятся намертво. Так, и здесь можно вот таким вот образом дополнить. Вот здесь, кстати, есть маленькие, смотрите, варианты, тоже круто подчеркивают. Не обязательно приклеивать длинный вариант, можно приклеить маленький вариант цепочки, вот такой, очень стильные эти шармиконы, мне безумно нравятся. У меня очень много клиентов, кто любит вот такой сдержанный стиль, очень много, те, кто работают в офисах, кому хочется чем-то украсить свой маникюр, но при этом, ну вот, вроде бы и хочется, и в то же время и колется, да, вот сделать что-то яркое. И они выбирают вот такие сдержанные варианты, и эти шармиконы, вот, кстати, как раз и Dior, вот этот вариант шармиконов для них, Dior, все, что касается брендового маникюра, тоже очень многие из них любят. Поэтому, так, давайте сделаем черный вариант, а то у нас преобладать стал вариант с белым цветом. Надо это все срочно исправлять. За временем обязательно следим. У нас, кстати, уже как-то проходили такие вот скоростные эфиры. Вот, но у нас был батл. Кто помнит, кто застал эти батлы? Ставьте плюсики, кто застал. У нас несколько прям батлов было между мастерами. Было очень здорово, очень интересно. И мы делали тоже такие экспресс-варианты на время. Я участвовала в таком батле тоже с девочкой, с мастером, с нашим преподавателем, с Наташей. Кто видел эти эфиры, ставьте плюсики, посмотрим, сколько у вас таких. Так, сделали. Ну, на черных перчатках, конечно, сложно разглядеть. Сейчас я вам покажу все. Конечно, в конце все сфотографирую, все покажу, все выложим. Эфир, конечно, сохраним. На что крепите типсы? Девочки, это вот такой вот пластилин, Потафикс, клеящие подушечки. В любом канцелярском магазине, смотрите, они везде есть. Так, черный пока у нас сушится. Что у нас по времени? Буквально 5 минуточек. И я еще успеваю какой-нибудь сделать еще один дизайн. Успеваю еще один дизайн сделать. Вот смотрите, сколько мы уже дизайнов наделали. Наделали за эти полчасика. Слушайте, полчаса так быстро с вами пролетают. Иногда полчаса так долго тянутся, а здесь, когда работаешь, когда общаешься, прям раз и полчаса пролетели. Кстати, у меня на моем аккаунте сегодня тоже будет эфир. Тоже по новой коллекции. Так что, кто хочет, приходите. Я буду рада. Черный вариант. Смотрите, доделываем. У нас две заготовочки. Как раз их доделываем и считаемся. Обезжириваю. Помним, я здесь все делаю на время. Давайте совместим один и второй шармикон. Очень, кстати, классно будет смотреться. Давайте возьмем какой-нибудь
который я еще не использовала сейчас. Так, треугольник вот такой вот можно взять, как лунку. Они очень круто смотрятся. Так, фокус, вернись, пожалуйста, к нам. Мы тебя очень любим, как луночку. Так, быстренько сейчас центр найду. Попала. Прижимаю тщательно и к нему как раз добавляю что-нибудь из вот этих вот. Смотрите, можно добавить вот такой вот шармикон. Но если я чуть перекосила, вы меня простите, хорошо? Потому что я уже начинаю спешить. Время у нас подходит к концу. И можно даже добавить, чтобы не тратить время на вырезание, вниз вот такой вариант из классики. Покрываем. Мы сегодня чуть-чуть подзадержались. Вначале были технические моменты. Но мы все-таки вышли в эфир и уже сколько красоты натворили. Сейчас будем считать, что я успела сделать за эти полчасика. Обезжириваю также. Также обезжириваю. И здесь давайте вот такой вариант сделаем. Так, фокус у нас есть. Фокус. Не пропадай, пожалуйста. Нам чуть-чуть осталось. Вот такой вариант. И что-нибудь тоже интересное добавим. Все-таки как круто смотрятся такие шармиконы, девочки. Смотрите, ну вот практически ничего такого особенного мы с вами не делаем, а уже как интересно, как необычно. Мне безумно нравятся они. Можно даже вот добавить здесь вот такой вариант. Смотрите. И быстренько перекрываю топом. Как я уже сказала, можно делать в глянце, можно делать в матовом топе. Здесь не имеет значения. Я делаю в матовом просто потому, что мне потом будет проще это все сфотографировать. Я вам сейчас покажу, сколько мы успели сделать. Сама в шоке. Сама просто в шоке. Смотрите. Сейчас мы с вами будем считать. Смотрите, удаляю. Полчасика у нас как раз прошло. И смотрите, сколько за полчаса я натворила красоты. 2, 4, 6, 8 штук за полчаса. То есть, насколько... И они все, видите, они вроде бы все всего лишь из двух цветов и двух шармиконов. Напоминаю, это шармиконы у нас из новой осенней коллекции. Это 192 классика и 194 изящная геометрия. Два всего лишь шармикона и два цвета, девочки. Это у нас черный фокус. Фокус, поймайся. И это у нас белый. То есть у меня, видите, у меня очень ограниченный был ресурс. Мне нужно было уложиться в полчаса с двумя цветами, с двумя шармиконами. И посмотрите, что у нас получилось. Они все разные. Все разные, несмотря на то, что всего лишь два шармикона. То есть, в принципе, вы можете с ними натворить очень много идей. Вы с ними можете наделать массу вариантов. Вот вам для примера как раз я сейчас приближаю.
Давайте я их, знаете, куда выложу быстренько, чтобы потом выложить сразу эфир. Эфир я хочу попробовать сразу выложить нам красиво. И прямо сейчас сделаю красиво. Красиво сюда выложу наши шармиконы. И вы можете заскринить, и я это сразу выложу в эфир. Я перекладываю. Вот они как раз идеально. 8 штук идеально сюда лягут. Смотрите, как круто. И это всего лишь за полчаса. То есть вы можете заготовить себе массу идей. Я вам сейчас покажу еще идеи, которые можно сделать, конечно, в других. Покажу сейчас идеи в других оттеночках. Смотрите, вот такой интересный вариант. Вот такой интересный вариант у нас получается. Вот такой интересный вариант. Очень круто смотрится. Очень круто смотрится. Вот смотрите, еще варианты. Вот такие можно делать. То есть можно посложнее, можно добавлять любые декорации, то есть любые оттенки, и все это, конечно, будет смотреться очень круто. Еще раз выложу черный и белый. Смотрите, классика. Просто классика. Черный и белый и шармиконы. Вот они, шармиконы, которыми я работала. Я надеюсь, эфир вам понравился. У нас была такая необычная тематика, необычная, интересная очень задумка. Вот что я успею сделать за полчаса. Так что, девчонки, обязательно будем, и мальчишки, я помню, обязательно будем проводить еще очень много эфиров по вот таким новиночкам, в таком формате, может быть, еще что-нибудь проведем. И если у вас есть какие-то свои интересные предложения, девочки, пишите в директ, тоже, может быть, что-то сделаем по вашим предложениям. Все, девочки, я рада была вас всех слышать, видеть, читать. Рада была с вами быть в прямом эфире. Если что, пишите в директ. Все. Спасибо вам тоже огромное за внимание.